Фига ты на подсознание знал, что масленица, все блины, нихуя красавчик. Я хуею, блядь. Тёма, с тебя нах. Дождь летается, нах. Тёма, умеешь хоть это доширак себе подготавливать? Я сегодня, короче, хотел первое приготовить, а потом увидел в магазине готовое первое, и думаю, нихуя себе. И не стал я ничего готовить, короче. Я убил ренегата, нахуй. Взял себе там чебупели всякие, короче. Вот чебупели тема, нахуй. Серега, хары там ренегатов анонировать. Кулаки это раздавай. Кошка сексуальная была. Ой, блядь. Как за рога её взял. Че это за жужжело нахуй присоединилось? Да вот тебе скажи, блядь. Какое это присоединилось? Короче, это погнали. Весь ДПС в служительнице огня. Ебать, это че за бич нахуй? Где его взяли нахуй? Так, куда я весь ДПС? Служительницу огня, да? В очко дракона нахуй. Да, тоже неплохо. Что там, твинками есть желающие еще на X десяточку раз сходить? Не, мы ОС пойдем сейчас. Это слишком потно, блядь. 6 часов на Накс убивать нам. Ничего страшного. А чё там, Гавай? Чё там, кто собирает? Я. А вот 3DD как... надо и вот и все. Димон, ты чё, отбитый нахуй? Блядь, ну как бы это, ну... Ох, танчит, нужен или МТ, или ОТ. Арчи сейчас пойдет хилом, Эллада хил, ну и ДД, блядь, нужен. Блядь. Пати, в принципе, интересная, блядь. ШП 195 нужен? Ну, блядь, хуй его знает. Войти не можете, что ли, эту хуйню, она же не невидимая, блядь. Заходи, если хочешь. Ну ща, я тут свою РТ пронесу. Сейчас мы давай ОС-ку пронесем быстренько. Куда ты, блядь, этого дракона пуляешь, ёб твою мать? Да выходим, выходим, выходим на выход все, парни, на выход. На выход вышли все. Тёма, ты ШП хочешь пойти? Ну у меня есть голый, ну пиздец какой голый. Ну типа, я бы сходил, если вообще прям беда печаль. У нас Егор тут тоже, блядь, не фонтан одетый, он на магии идет, ему шмот нужен. Где он там ковыряться будет, говорит? Я буду ковыряться. Да я боюсь, что я не успею. У нас еще ОС и ОКО. Ладно, давай-ка. Че, ОКО будет? Кого-то найдем, блядь. Значит, пошли, сейчас закроем все. Ооо, это шанс получать черный лед, ну. Шанс получать посох на мага. Я хочу черный лед четкий, блядь. Там я как раз меткость добью. Он параш, он крита не дает, ебать. Я не знаю, на кого это пух. Нам кто лох? Жужжила, заходим, заходим. Чего вы ждете? Я сразу пойду на арену по УП. Жужжила, жри рыбу, говорю. Да я не говорю, она не жрется, блядь. Я и говорю, она не жрется. Челюсть потерял, наверное. Он что-то курил, наверное. Он говорит, я ей что-то говорю, она не жрется. Да я спал, ебать. Ой. Срез, сними черепок, пожалуйста. Окей, ладно. Чем тебе не понравился черепок? Да заебал за весь нас. Че, купит кто-нибудь СТС? Дай мне денег, чтобы я тебе купил СТС. То, как тебе такой факт? Канал такой на телевизоре. М? Кстати, лаги опять начались. Да, они посадят, блядь, всю игру, нахуй. Рубашка дровосека. Пацаны, короче, надо быстрее ОС пронести, и я пошел туда, в Накс. Хорошо, Вока, тогда на завтра поставлю. Да, блядь. Накачали все, блядь, твинков, нахуй, что Накс сутками мог... Блядь, так у меня ДК основа, нахуй, не твинк, ёбану. Только так у вас не курсованная. Почему-то не растает в обратную хуйню.
Я больше на маге нахуй лазю, чем на ДК, блядь. Такая же фигня с моим ДК произошла. Только мне он быстро надоел, я его вообще вара выкачу. Отбежали. Я залагал, нахуй. Ой, бля. Не, давайте тогда в пизду идем раз на фул, давайте все пронесем, что есть. Нахуй, на завтра что-то переносить. Уже добить и забить, нахуй. Да. Не надо ничего до переносить. До четверга следующего, нахуй. Свободен. Не схожу в пизду, что. Тем более у нас РТ не стояло, нихуя. Ты сходи, сходи, там посох выпадет. Куда? Ты в Накс иди, говорю. Какой посох выпадет? Бог, на лою? Выпадет посох. А что там за посох ОК-10? Скорость, меткость. Так а меня скорость, меткость не интересует. Скорость меня вообще не интересует на данном этапе. Ну там дух еще, а духа нету, по-моему. А какой ты тогда посох хотел? Я сока. Ну, сока, там меткость, скорость. Ну, мне этот посох нахуй не нужен. Ты сам себя понимаешь. Говорил, хочу посох, блядь, сока. Но мне посох этот нахуй. Я СОС посох хочу, дух крыши. Маги, хары пиздеть, давайте курсить. Развели, блин, светлую беседу. От курса говорят нахуй. У нас так-то сова тоже может это делать, не? Маги на что? Чтоб пиздели тут? Сова вообще какой-то охуенности. На что? Маги сядут на дикурс. У нас нахуй у Тёма всё и диспелит так-то нахуй. 14 диспелов. Красавчик. Я за всех ебать. Я саппорт маг нахуй. Ну видишь, он пиздит, пока я лут смотрю, короче, и диспелит нахуй. А я пизжу и лут смотрю. Всё чётенько по-пацански, блядь. Мне кажется, или ты в Накс собирался? Не, ну нахуй. Перечитай это слишком еще. Да в пизду нахуй, я сейчас, наверное, допройду и пойду в танки погоняю, нахуй. Да шею не пойду фармить, ебал я, нахуй. Шея для слабаков, блядь. Согласен, да. Поэтому я уже неделю без репутации. Так у тебя же есть шея, разве не? Шея так у него алдоров нет репутации. Понял, блядь. У меня уже знаков на вторую шею есть. Я хуею. По почте. А ты когда фармить успеваешь, а, дядя, ну? Он в промежутке с танками. А хули ты же нас сутками не спишь, ты же армейский закаленный паренек, ну. Я сутками не сплю из-за вов, потом на работу не хожу сутками. Ага, блядь, в танки поиграет, потом ночью вов на под утро. Потом еще и на работу не ходит. Да у него пока шара есть, потом, когда ее не будет. Мотор посадишь, нахуй, потом. Сколько тебе ща лет там? 25. Вот, к 30 годам будешь, нахуй, знать. Нахуй скажешь. Не, говорят, молодым полезно, типа, мало спать. Да, 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 блядь. Поди на энергетиках еще сидишь, нет? Не-не, только кофе. Я на энергетиках. Ну, кофе это хуйня. Ну хуй знает. Смотри, кофеиновая хуйня. Вот именно. Бля, кофе еще похуже будет. Я тебе скажу, я со слухами мечтаю, это норма? Я от кофе спать наоборот хочу. На меня уже ничего не действует. Я чувак, я видел просто это... Не, я видел просто людей, которые от кофе прям ебанутыми становились. Ну это растворимое, растворимое, ничего такого. А может кофе ни при чем, блядь, может они просто их. Да. Нет, просто садились именно на кофеин и пиздец им становился. Особенно, знаешь, по армейке, когда служишь, там вообще просто на кофе люди прям ебанутыми становятся. Да Тёма уже стал, блядь. Он прививку сделал, кофе пьет на. Да раз танки пошел играть, видишь? Потому что танки это вообще огонь, а танков вообще ебанутыми люди становятся. Потому, Тём, что ты сутками за компом сидишь, ну я хуй знает, что я в тебе сомневаюсь, нахуй. Я в деревне живу.
Блять, ну это не оправдание, поверь. Это оправдание. И дать я в деревне такой. Иди курдай. Слышишь, Тёма? Тут настолько деревня, что этого тоже. Заведи себе куры, дай их. Тёма, дай деревню. А... с подъёбом. Тём, а вы когда-нибудь в армии галдон? Этого дракона бьём. А, шадрона, да, убить надо. Чё горишь мы? Газоны красили, ты имеешь в виду? Да, да. Ножницами стригли, нет? Да не, это хуйня. Какая-то. Только снег с гробиком. Че, серьезно? Кантики равны. Да, кантики, да. Кантики, это вообще пиздец, самая любимая хуйня в армейке, блядь. У всех, по-моему. Ёбнутые, блядь. Не знаю. Это, знаешь, любят эти, как их называют? Кто там любит все ровненько по полочкам? Долбоёб. Ровненько по полочкам? Самый прикол, когда вы... Все сделали, короче, тут начинает теплеть, говорят, раскидывайте этот снег нахуй, чтобы таял, потом он никого не тает, вы опять его собираете. Чем, а ты офицер или кто, я понять не могу, ну. Я, да. А служишь как срочник, нахуй. Я тебе говорю про учебу, блядь. Да ладно, че ты, нахуй. Служу я вон как, блядь, сутками на работу не хожу. Ну это ты пока не работаешь. Да, война начнется нахуй. А где Артём, блядь? А, он что-то на работу не пришел на войну. Чисто танкист. А ты где служишь? Я в деревне в Хабаровском крае. Ну это понятно, а где именно? Называется Монгохта, блядь. Гаубвахта. Занесло, блядь. Тём, у тебя там секретные войска? Да, секретные, блядь. В основном. На Гаубвахте он служит, на Губе. Да, они, скажи, такие секретные, что о них все знают, да? Да. Десятки, один ДД и танк, любой, но. Короче, ты старта поддержишь или нет? Ну давай, бля, ты мне объясни, я просто за танков, чувак, почти не играл. Я за хилов играю. Блять. Главное по гусеницам стреляй и все. Я понял. Ты лучше держи. Блять. Ну просто агром держу его вот тут, да, блять, и все. Поставь ему метку, где держать. Ну типа, чтобы не разворачивать его и под волны, ну, не попадать. Ты только от волн мансишь и все, что. Ну я понял. Да, и ебалом к вам не поворачивать. А ебалом, нахуй, кто-то из хилов или РДД зайдут, ебало, это же их чисто проблема, нахуй. Все, давай. Че, мне все пулить? Это говно. Тебе главное не улететь и мансить все. Че, мне сейчас на... я хотел дилку дам, чтобы еще 3% с тебя урона снимало. Все, давай. Все, поехали. Иди сюда, родной мой. Обними его покрепче, нам. Разверни так, чтобы развернуть. Пацаны, а он точно в танкошмоте? Точно, ебать. Так, правильно? Да, да, да. Сойдет? Еще правильно. Чуть-чуть можешь повернуть. Ну все. Еще, так. еще. Только в лаве. Ну, так, вообще все. Идеально. За волнами смотри. Волна будет через 5 секунд. Угу. Волна с головы нам. Че, Геру? Давай, Геру, погнали. Тёма, копий. Блять, я забываю, что у нас 102 Артёма, ёбаный свет. Они пока соберут, походу, я освобожусь там. Ты не злорадствуй, нахуй. Да что, давайте по мелким АУЕ сыграем. Волна. А может сперва добьем?
Все, теперь можно и помел. А я умер, дайте БР. Мощь, спасибо, дорогой. Ребят, быстрее забивайте мелочь, потому что они танку броню срезают. Всем подряд наш. Волна. Да хуй на нее. Я же маг или кто нахуй вам? Ну вы пока там раздрочите, я вообще в соло захуярю уже. Это да, это нахуй ты можешь. Просто разъебу. Куда ты пошел, алё, блядь? Слышь, так-то я масуха хуярю, а не... Чё он, в смысле, отошел? Чё он перепутал там что-то? Он тебя из виду потерял. Перепукал. В смысле, я в воду не заходил. Ну ты за уступ встал там. Все, понял. Души. Сюда. Таун, ты чё? Похуй, что не работает. Чтоб наверняка, да? Да, чтоб наверняка. Он же не работает же, правильно, да? С жопы идет. Жопник, пацаны, идет. Ебать, прохильте, хилы. Чё за дела, нахуй? Вообще, что ты падаешь сегодня? Делай. Дайте иннер по Алисочке. Не понял, от чего я умер? Ну, я понял. Надо в портал заходить было. Вон хвостик, да? Босса портал есть, там прислужник. А, и он от этого урона, то, что мы наносим, ну, он да, отражает. Да, пока вот он не убит, его там портал. Хватает ДПС, надо заходить в портал, убивать его. Да не видели, что он появился в портал, но... Ну там надо смотреть в дебафах, где премиум, VIP и орда, вот этот знак. Там такой знак приставской пытки. Или пальцев таких. Ну мы обычно все со второго раза закроем, так что ничего страшного. Да, сейчас уже увидим. Хули за дамаг, говорит. Хиньте, блядь. Что там по ХПС? Сейчас и рыбку надо покушать. Ну, есть у него плотный пергамент с собой? Да, конечно. Не материшку тогда. Плотный пергамент. Плотный. Да, блять. Интересно, сколько нужно дней юзать вот это каждый день, чтобы все открыть свитки? Да хуй не знаю. Глифы. Смотря сколько глифов. Ну вот как понять, сколько дней? Ну такой аддон Atlas Loot есть, там посчитать их. Это Малак говорит? Кстати, у меня еще есть другой аддон, точно надо посмотреть. Ну чё, давайте, готовность там, готовность, погнали. Чё, всё, пулю? Да, зови его. Иди сюда, ебать. По-братски обними. Я... Ну, понимаю, нахуй. Чё, блядь? Чё, нихуя никак? Никак, сейчас. Промахи хуярить, наверное. Вообще, промахи хуярят. Ёбаное всё. Сейчас. Ставь его быстрее, сейчас уже. Сейчас я его поставлю, блядь, раком ему. Иди сюда. Мендрявый. Посвисти, он на это лучше реагирует. Ко мне подошел. Стена 2 секунды. 1 секунду. Свисток в рейд. Все, видишь? А вы типа мелких копите, да? Гер. Мы, блять. Позови на себя этих огненных. Танк, в смысле? Ну не ты, а это, срез. Блять, коряво встал. Зато мелочь забрал. Приведи просто на себя его и все.
Ебать там танк. Проведи его просто. Да он охуел вообще, что-то, блин, он быкует. Первый раз слушался, сейчас что-то вообще в быка врубил. Быстрее, быстрее, блядь. Волна. АУЕ, 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 там у нас погибает человек. Танк собирай, давайте зальем это говно. Все, изи, ну. Идеально, ну. Изи вообще. Волна. Вторая пошла. Я волна. Танк лови, агри. Гори, злосчастный сброд, нахуй. Стена с жопы. С какой жопы? Ты видишь, как он стоит? Пиздец, я вообще в шоке. Там где форточка открыта? Да похуй, как он. Главное, что у нас не это и не то. А чё вам не нравится? Ну жопа, какая разница, в какую сторону, ебать. Дай. Он хвостом просто лупит. Кого он лупит? Лапа, лави, что ли? Сейчас разверну, ебать. Давай. Ты его можешь в другой край просто отвести. В сторону отвести. Проще и все. Господи. Иди сюда, бык. Пошлите портал, 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 быстро, быстро, портал. Быстро, быстро. И чё, блядь? Моба залить надо, чё? Хила пока у нас нету, это ГГ, нахуй. Глыби умер. Нам проще было, чем в портал зайти, добить босса вот этого Висперона, я вам честно скажу. То, что мы, блядь, зашли в портал и нас заебашило, это нихуя не поменяло, на. Срез, правильно я говорю, нет? Да, там мало как раз уро этого ХП было. 40 осталось. Да. Ну, либо вы добивая его убили по себе, блядь. Сейчас. Давайте, сейчас точно заебашим его. Ой, бля. Спортал еще болтает. Да, короче, репорт, но впидано. Я сейчас с этим быком поговорю еще раз, нормально уже. У тебя какие-то танцы с ним, блядь, были. Да он что-то вообще разбушевался в этот раз. Хилы, хилы. Вы, чтоб ману регенить, вы можете босса там в бочину лупить, но стоять иногда. Да он просто печать мудрости, нахуй. Правосудие мудрости, нахуй. Что, какой хпал зайдет в портал, если что? Да не надо заходить, нахуй, сейчас зальем, блядь. Какой нахуй? А у нас, когда мы заходим в портал с хпалом, у нас... Срез, короче, говори, что это. Нахуй. Я про анонс, короче, если надо будет зайти, все. Давай. Говори, что? Димон, не одупляйте, а девочка зайдет. Не, я все, знаю, блядь. Просто РЛ у нас другой человек, а не я. Бля, каску сбил. Какого, блядь, ты сбил? МК. Иди сюда, бык. Чё ты хуёво свисти, блин, как в прошлый раз. Да не в Дискорд. Денег не будет, нахуй. Иди сюда. Тёма! Всё, всё. Бать, ты дышишь. По мага хуй чё добудешь. Перегаром, нахуй. Вообще жёсткий. Стена, пацаны, с лица. Под лица. Лето, нет? Молок. Молок. Молок, нахрен, меня сейчас сбреешь тоже. Чё за дела? У меня таланты кончились, ребята, ну пиздец, блять, вы чё? Да ёпарасота, вы можете, блядь, просто поставить хотя бы, блядь, на сука ёбаное место? Меня уже, блядь, жопа горит от вас.
Это от лавы все. Ложитесь. Быстрее падайте. В лаву залезть. Быстрее умирайте, пока там рыба, блядь, еще есть. Пожрем ту же самую рыбу. Как я ненавижу варов, палов, танков, это пиздец, друидов, нах. Че, че, хуёво? Да не агро, нахуй, не держит никогда. Ты хочешь сказать, что ДК за 2 ЛП поднимет агро лучше, чем, блядь, таун, да? ДК подымет не за 2 ЛП, а за... Ой-ой-ой. Он 5 штук. Он 5 штук. Ага, ага, вижу, воет слай... Сагрел, нахуй. Его телепортировало, да, как я понял? Да ёпарыс, он меня не хочет спать, блядь. Ты с ним слишком подружился. Вообще, ну вот носорог, а. Мудак, просто мудак. Ой, бля. Чинимся, чинимся. Где? Зачем молок поставить или лоя? У него нахуй все эти, блядь. Мобы все свалили оттуда, лав. Я понимаю, вот люди, которые ставят эту хуйню, они бы еще с этого процента медленно. Да, было бы прикольно, на самом деле. Дракончики-то остались. Забафаемся с пулем одних дракончиков. Серега, сюда подойди. Да, нормально все тут. Серега, рыба тут. Рыба тут, а я там, блин. Хватит микрофон чесать. Как яйца, нахуй. Все, дракошки пропали. Нормально. Серега, кулаки разды. Я уже не соображаю. Но... Давай, все, пуля. Поехали. Только не танцующий, нахуй, пизда. Да куда он, блядь, идет, ебаный дурак, что ли, нахуй? Ко мне да раскол на нем, стакай. И все? А? Бей, раскол, стакай. Все или ударяешь? Ударяю, конечно. Просто он, когда промах, он, короче, это, типа, переагривается. Зачем ты его так ставишь? Во-во-во. А он его специально так ставит, чтобы развернуть. Волна. Тебе в рот говорит. Пизду нахуй. Так, дайте там нагреть. Молок, стой, АФК, как я, нахуй. Все. Точно? Блять, сказал просто, чтобы я поставил. Вы же, блять, не даете, сразу летите. Веру? Да. Волна. Мелких можно как-нибудь затаунить? Волна. Стена это самая там. Сентюрон сначала добьем. Пока. Кольцо огня нахуй, ебать, или чё там нахуй. Так, сейчас стена моб прилетает, надо этих залить. Дракончики. Стена. Мелких добиваем. Ч
Что за синяя поебень, блядь, появляется? Ребята, Гера была? Да. Волна. Нет, весь ДПС отдайте в босса, в миника. Волна. В сумрак идем. Лисочка тоже идешь в сумрак. Один с нами, ну. Быстро, быстро, ребят. Лисочка. Она там же. Доливайте. Блять. Забери жужа там. Жужа, забирай. Понял, нахуй. Жужа всех забирай, забирай, забирай. Мастаун. Да уже это все. Да похуй, лежа давай. Тогда он дал на 10 или на 15% портал, сейчас наполовину. Потому что так льем, потому что мы мобов заливаем долго. Вы этого моба там... вообще не делаем. Да, мы успели его убить, но вышли уже. Да нахуй эти порталы, ребят, забейте на портал нахрен. Да, ты не понимаешь, что он отражает урон? Я... Сейчас, а у ты когда внутри находишься, тебе ничего не отражало сейчас? Там не отражает, там просто так, бьет огнем и все. Короче, Геру оставляем тогда на этого миника, да, на Висперона. Все. Тенеброн без Геры убиваем, значит. Тактика. Лапу и погнали. Больше пачек крыши. Все, пулю. Нет, жди. Моча, постарайся звездопад на крышу ставить. Скилл мана отобьет и погнали. Буренка тут. Давай. Он оберегает яйца, нахуй. Угу. Сейчас он по ним получит, блядь. Вот то, что вы его вначале бьете, вообще без пункта, кстати. У него все равно нету ни этой хуйни. Без сына. Стена. Чё, погнали, вливаемся, да. Сейчас портал появился какой-то. С него драконы полетят. Вот как тебе удается их сразу нагреть? Тех, которые этот тандерклапом забрал. По одному таунтам. Дайте тут кольцо по ним. Товара подойди, да. Только не под морду. Кольцо, кольцо, кольцо. Так, еще драконы летят.
Кристина. ПР по мологу. Герда. Стена. Так, я стелс пошел. Сейчас вы точно его убить не успеете. Сейчас портал будет. Портал. Пошлите портал быстро, 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 быстро. Куда ты, блядь, пошел нахуй? Охуевший. Стена. Добиваем. Давайте, давайте. Все, изи. Стаунти теперь. Мелкий, стаунти. Заберу. Пошлите по боссу. Все, довъебывался. Сейчас пизды получат пацанов. Ты ж, блять, обещал, что мы подойдем, плюху дадим и все. Тебе случайно не Колян зовут? Мне кажется, я про тебя сериал видел на ТНТ. Да. Было бы заебись, если бы про меня. Просто коленом, нахуй, знаменитым. Конечно. На бутылку сядь в прямом фильме. Ебал я в рот такую знаменитость. Зато хай понёшь. Я сейчас не понял. Откуда такие познания, блядь? Ну я как бы не знаменитый, пацаны, если чё. Мне понравилась фраза про ебать рот и знаменитость. Знаменитость, которая села на бутылку, ты эту хочешь в рот? Нет, бля, сейчас я в рот. Тренде такие темы. Суровый ты. Суровые мужики, нахуй, в Челябинске. Ну. Теряются левелапом, да? С Челябинска все на кабанах качают. До 80. В Борейской тундре, ну. Сейчас будет корка, если какая-нибудь хуета упадет. Как обычно.
Я ну, вот, что у тебя там за макрос на таунт? Я хуй знает. Пацаны, сейчас вас нахуй сдует всех, походу, не? Да не, не должно. Чисто танцы со звездами. Ну, как я и говорил, чушь ебаная. Так, сколько у нас еще вайпов осталось? Ну, я не знаю. Вока жужело пойдет, если то он танчить будет. Скорее всего. Опасно, опасно. Ну да, типа как. Какие у нас варианты? Жужело, ДД спек есть у тебя? Не есть хил. Хил? Какой? Рыло, рыло. А. Ок. Заходи на хила. Серега, ну ты прям вовремя. Да это...